Морозова. Ну, а на льду французы Адалин Канак и Максимин Кая. Седьмое место занимали они после короткой программы. Ну, вот в этом сезоне у них был вот такой совсем неплохой результат, более 90 баллов. Клуб с Ричардом Гиром в главной роли. Сравните с тем, что мы видели у предыдущей пары.
На сегодняшний день Аделин Канак и Максимин Кая первая французская спортивная пара. Я думаю, что в дальнейшем им серьезную конкуренцию в борьбе за лидерство во французском парном катании составят Ванесса Джеймс и Яник Боннер. Но пока они во Франции первыми. Во всяком случае, два последних чемпионата Франции они выиграли. Ну, тоже были, конечно, ошибки на том же выбросе, но не столь серьезные, как у предыдущей пары Стейси Кэмп и Дэвид Кинг. Там просто были сорваны оба выброса. Здесь тоже было одно падение. Но я думаю, что сейчас они обойдут, естественно, англичан, которые фактически провалили свою произвольную программу, потому что были не на шестом месте после короткой программы. Очень надеялись подняться выше, учитывая, что в прошлом году они были шестыми. Хотелось им выступить, конечно, лучше, но в итоге неудача. И они лишь четвертое место сейчас занимают. Не очень удачным был у французов и каскад, двойной аксель, двойной тулуп. Тоже такой разнобой у них получился. Вот давайте посмотрим. Нет, это был тройной сальхов. Здесь все было хорошо. Это в самом начале программы. Но здесь коснулась рукой льда партнерша во время этого выброса тройного Ридбергера. Парное вращение, это было параллельное вращение. И такое ликование. Ну, посмотрим, как это выразится в оценках. Бизу Канада, бизу Шампини. Бизу, мой шери. Я думаю, что они сейчас должны, по идее, стать лидерами. Потому что после короткой программы у них был некий запас. Итак, оценки Аделин Канак и Максимина Кая. 83,16 балла. Это плохая оценка, хотя вот в сезоне у них был результат гораздо выше.